Так, ребятушки, у нас выходит третий роллинг. Серия из 3 ночных роллингов. Ночной роллинг, вы спросите, почему? Потому что я поздно приехал домой, и у нас коллекционер героев. Еще осталось 6 часов. И, может быть, у нас еще завтра выйдет 4-й роллинг из серии ночных роллингов. Там, где я как долбоеб сижу, короче, полушепотом разговариваю, потому что все спят, друзья. Вот, так что лепите лайки, пишите в комментариях, если вы смотрели каждый роллинг. И, конечно, делитесь своими успехами, как у вас прошла, скажем так, акция коллекционеров. Что у нас тут получается? Нахожусь на аккаунте игрока под ником 1789x. Он, кстати говоря, находится без гильдии, так что можете в комментариях смело писать. Кто хочет, оставляйте там инфу о вашей гильдии. Может, парень посмотрит и захочет к вам вступить. Так что рекламируйтесь, никого банить не буду. Вот. Может быть, еще кому кто-то ищет гильдию и заинтересуется, так что пишите в комментариях. Слушай, а тут аккаунт у нас совсем молодой, аккаунт совсем зеленый. По сути, мы должны радоваться каждой легенде. Но хозяин написал: цель на роллинг, конечно, выбить 20 студенистых под коллекционера, но сумма маленькая, так что давай стрелка и бигфута, мне хватит. Слушай, а ты чё, Анубиса не хочешь? Фрею не хочешь? Да у тебя не хватает огромнейшее количество редких героев. И даже Махатма, даже Капитан Рогатка сделает твой аккаунт более имбовым и сильным. И они помогут в будущем тебе в прохождении каких-нибудь определенных локаций. Так что будем пытаться выбить и будем радоваться абсолютно всему. Главное, хоть что-то, чтобы получилось. Давай. Ставим лайки, друзья, и не теряем надежды. Должно хоть кому-то повести. Нет, бог грома — это не то. 2 студенистых, а нам надо 20. За 30 тысяч это почти нереально выбить. 3 студенистых. Давай, давай, давай. Ниндзя. Нет, сука, ни героев, ни студенистых. Падла. Ну ты серьезно? Ну как так-то, а? Уже 5000 потратили. Уже 5000 потратили. Давай, сучара. Фея. Рино. Кстати, возможно, у него даже не хватало Рина, и мы выбили для него полезного героя. Это, конечно, не Анубис, но тем не менее. Дед Мороз такое. И даже студенисты не падают, сука. Бесит. Бесит меня, бесит. Давай. Блять, вот рандом, дядька рандом тролль дал 2-го Рина, не дал. О, еще и повелитель бури, тоже крутой герой для молодого аккаунта. Поздравляю, поздравляю. Блин, как бы мне захотелось сейчас проораться в голос, но не могу. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, Триант, это тоже хорошо. Слушай, сейчас, походу, Рина падает чаще, чем студенистые рыцари. Сволочь. Давай! Нет. Что-то, короче, бесит меня. Что-то, короче, меня бесит. Что-то меня это бесит. Бесит, бесит. Ну, хотя редких героев мы набрали. Это хорошо. Это хорошо, друзья, ваши подарки. О, подарок лета. Прямо это уже у нас в игре антиквариатом считается. Что же нам оттуда выпадет? Может быть, мы сможем нафармить там 2 самоцвета? Один его получили. Самоцветик-то получили, ребятушки. Получили. Получили самоцветик. Так, и нам надо открыть повелителя бури. Наверное, надо открыть... О, еще самоцветик. Надо открыть еще Рина. Повелитель бури и Рина, да? Надо бы еще каких-нибудь недостающих героев. Еще самоцветик. Прям рандом радует. Прям рандом радует, ребят. Прям вообще. Еще самоцвет. Еще самоцвет. Еще самоцвет. Ну-ка, сколько мы там нафармим самоцветов? Ваши ставки, дамы и господа. Че ты там лайк-то поставил хоть на видос? О, 20 самоцветов. А тут целых 50. Целых 50, друзья. Так, повелитель бури Ирина, да? Ну-ка, еще раз проверь. Повелитель бури Ирина. Повелитель бури. Угу. Этих героев нет было. Давайте их распечатаем. Давайте их распечатаем. Так. Рино приходит на аккаунт. Шляп. Повелитель бури приходит на аккаунт. Шмяк. Что по талантам? Ракушка лезвия, третья, сука. Здесь второй бастион. Такое себе. Такое себе, друзья. Ладно, продолжаем. 14 тысяч самов. А что там с коллекционера там нам обломится-то, а? Студенистый. Фрэнки. Так здесь и так есть Фрэнки. Чё ты? Рандом. Не беси. Не беси меня, рандом. Ну-ка. Студенистый. Ну не наберем мы 20 студенистых. События. Вы прикиньте, ничего. Ничего мы с этого коллекционера-то не выбили. Не, ну зато двух недостающих героев выбили. Это неплохо, я вам скажу. Давай попробуем по 150. Может, здесь нам что-то обломится. Может, здесь, я сказал, нам что-то обломится. Давай, давай. Дружище, где легенды? Типа все, рыцарь тьмы. Оп! Но это всего не коллекционер. И не недостающие. Бесит. Вот прям бесит. 2400 самоцветов. Давай-ка нам еще хотя бы редкую легенду. Я уже молчу про коллекционера. Но редкой легенде недостающей мы будем рады. Было бы вообще замечательно. Хотя мы и так две недостающие легенды выбили крутые. О, бульдозер. Это за 30 тысяч самов. Это вполне неплохо, друзья. Ну-ка. Давай. Пожалуйста. Сученыш. Сученыш, сученыш. Так, ну, 7000 это эквивалент 7000 кулаков. Единственное, что пройдет очень много времени на этом аккаунте, когда хозяин данного аккаунта сможет всем этим делом воспользоваться. Посмотрите, мы даже половину студенистых рыцарей не выбили за 30 тысяч самоцветов. Почтовый ящик забираем. Могло бы дать и получше, я вам скажу, друзья. Могло бы дать и получше. Могло бы дать и получше. Но как-то такое себе. Как-то такое себе, блин. Прошло 3 роллинга. И ни одного из этих роллингов нельзя назвать реально идеальным. Ну хотя, блин, ну здесь-то норм. Здесь повелитель бури Ирина. Могло, знаете, за 30 тысяч вообще как бы ничего не упасть. Слушай, а что по талантам? Аккаунта. Я так полагаю, это бездонатный аккаунт. Да, по талантам здесь пока что... О, ну слушай, на горгуле каменка. Хорошо. Но по талантам пока что здесь все не самым лучшим образом, я бы сказал бы. Но ничего, я думаю, что у этого аккаунта еще все впереди. И все будет нормально. Повелитель бури, Рина. Надо их просто качать. Вот спрашивают, как вот там на тунце, вот так вот, а я играю дольше тунца, у меня хуже. Так вы фармите игру. Даже на тунце, ребята, я очень часто, бывает, не фармлю, вот, а вы мне жалуетесь о том, что вы играете дольше, а ресурсов у вас меньше. Значит, вы еще хуже фармите, чем я, распиздяй, фармлю тунца. Так что, чем больше фарминга игры, ребят, тем больше у вас будет успехов. А на этом все. Пожелаю успехов хозяину данного аккаунта. Все-таки за 30 тысяч самоцветов две недостающие редкие леги поднять. Это тоже хорошо. Большущее вам всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока, друзья.